Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко, и в сегодняшнем видео я расскажу, как новичку-программисту быстро найти работу. Я знаю, что среди зрителей канала «Быть программистом» очень много новичков, поэтому поехали. Первое, новички боятся опыта. Они говорят, что у меня нет опыта, меня не возьмут на работу. Но если вас не возьмут на работу, у вас опыта, по сути, так и не наберется. Как же быть? Замкнутый круг. Но на самом деле дела обстоят иначе. Не нужно бояться опыта, нужно начинать делать какие-то open source проекты, какие-то собственные проекты, даже начиная с того же фриланса, и вот отсюда и набегает этот самый опыт. Поэтому тут задача скорее действовать, а не жаловаться на отсутствие опыта. Во-вторых, не забывайте про стажировку. Идите стажироваться в любую компанию. Большие компании с радостью предоставляют такие места. Им нужны новые рабочие, новая свежая кровь. Поэтому двери все открыты. Не бойтесь стажировки, вас возьмут с руками и ногами. Вам лишь остается пройти обучение, доказать, что вы достойны, и вы получите свое место в этой компании. Третий момент, один из самых важных, обращайте внимание на грамотное CV. Составьте себе хорошее CV и составьте его по правилам. Во-первых, в CV вы должны обязательно написать то, что вы уже выучили и где вы это применяете. Во-вторых, вы должны написать примеры своих работ. Желательно, чтобы это были ссылки на какие-то open source проекты на GitHub, например, чтобы можно было проанализировать этот код. Опять возвращаемся к первому шагу – опыт. Если вы сделаете несколько бесплатных open source проектов, у вас будет опыт, у вас будут ссылки для CV. И в CV очень важно графу о себе не заполнять общей информации. Ее нужно заполнять около IT-шной информации. Все IT-компании читают CV, поэтому рассылайте свой CV во все сервисы, куда только можно загрузить этот файл. Не ленитесь, сделайте этот шаг, пожалуйста. Четвертый шаг, который нравится лично мне. Будьте, пожалуйста, настойчивы. Если вы нашли объявление, вы отправили CV, следующий шаг – это не сесть на диван и смотреть телевизор. Следующий шаг – это достать телефон и позвонить этой компании и спросить, дошло ли CV, прочитали ли они CV, когда они планируют вызвать вас на интервью и так далее. Это очень ценится среди разработчиков и повышает ваш шанс на то, чтобы попасть скорее на интервью. Пятый момент. Не бегайте, пожалуйста, за крупными компаниями. Смело устраивайтесь на малые студии, малые компании, малые веб-студии, потому что именно в этих местах вы добьетесь максимального опыта. У вас будет разноплановая работа, вам придется сталкиваться с разными задачами, и тем самым вы наберетесь реально хорошего, ценного опыта. Если же устроиться на большую IT-компанию, вы, по сути, будете выполнять одно какое-то задание, и оно превратится в рутину. У вас не будет накапливаться опыт, поэтому начинать нужно с маленьких веб-компаний. Ну и к тому же попасть в маленькую компанию намного проще, чем пройти все уровни, все шаги для попадания, например, в большую компанию. Шестой момент и очень классный, пожалуйста, следите за своими социальными сетями, потому что все работодатели в первую очередь просматривают именно ваши социальные сети. Во-первых, у вас должен быть профиль в LinkedIn, во-вторых, ваш профиль ВКонтакте должен быть заполнен правильно. Что оно из себя представляет? Во-первых, у вас лента должна быть заполнена не всяким типов котиков, игр и так далее, приколов с YouTube, а лента должна быть заполнена IT-новостями, IT-группами. В интересах обязательно должны стоять IT-специализации и так далее. То есть со стороны, если зайти на ваш профиль, должно быть впечатление того, что вы человек, реально занимающийся IT и полностью головой погруженный в эту область. Седьмой момент очень важный, но одновременно очень простой. Посещайте, пожалуйста, все IT-конференции, IT-встречи, IT-митапы. Во-первых, на этих встречах вы можете набраться определенного опыта, потому что спикеры тоже рассказывают интересные вещи. Во-вторых, это расширяет ваш круг общения, и у вас появляются новые знакомые, новые друзья, девелоперы, а может быть даже работодатели. Поэтому это тоже очень рабочий инструмент. Сегодня я показал 7 реально работающих способов, как программисту-новичку быстро устроиться на работу. Поэтому, если у вас есть такая задача устроиться на работу, пожалуйста, следуйте этим правилам. Лично от себя хочу добавить особое внимание, обратить 3 пунктам. Это пункт CV, потому что он реально важен. Все читают CV, все компании, мелкие и крупные.
Второй пункт, обращайте внимание на маленькие IT-компании, потому что именно там вы наберетесь реально классного и продуктивного опыта. И третье, посещайте IT-конференции и различные митапы. Именно на этих встречах вы, во-первых, тоже наберетесь опыта, а во-вторых, вы расширите свой круг друзей-разработчиков, либо же круг друзей-работодателей. Вот таким получилось сегодняшнее видео. И если ты начинающий разработчик, который ищет и хочет быстро найти работу, жми кнопочку лайк, и ты обязательно ее найдешь. Также подписывайся на канал «Быть программистом», потому что на канале классные видосы, которые выходят очень часто. Если хочешь пообщаться лично со мной, ссылки на мои социальные сети в комментарии под этим видео. Всем пока-пока!